Olá, moça. Еще раз. Olá, moça. Это hello. Good morning. What are we cooking today? Рикотник. Я говорю, я об этом... Виз черри. Я об этом слове... And eggs. What? Really? Really. Я говорю... Там как мука будет по-английски, простите. Мука. Мука. Я говорю, я о слове рикотник узнал минут 7 назад. Думаю, что рикотник это что, заболевание, блин? Все, поехали. Для рикотника нам понадобится рикотта лайт, яйца, мука кокосовая, мука рисовая, подсластитель и вишни замороженные. Угу. Отделяем белки от желтков. Отдельно взобьем белки. Взбили белки. Теперь к желткам добавим рикотту и тоже отдельно взобьем. К желткам с рикоттой добавляем муку. Рисовую и кокосовую. Теперь к нашему тесту укладываем понемногу белки взбитые. И аккуратно перемешиваем снизу вверх, чтобы они не упали. Чтобы тесто было воздушно. И теперь к тесту добавляем вишню и перемешаем ее. Теперь переносим форму и распределяем по форме. Все, и отправляем в разогретую духовку. Рикотник готов. Запекался 40 минут при 180 градусах. Перед подачей не забудьте посыпать щепоточкой любви. Пс-пс. Приятного аппетита. Пахнет как-то нереально каким-то молоком топленым. Чем-то да, таким такой сливочный, молочный такой аромат классный.